Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Аниматроники, это четвертая часть, нам нужно попасть в архив. Ну что ж, это самое сложное, наверное, задание, я тут немножко понял, смотрите, надо рассмотреть место убийства, да? И тут у нас написано 4804, это будет пароль, я так понимаю, да? 4804, и... А, это ножик, то есть кого-то с ножа убили, да? Давайте еще раз посмотрим. 4804. Теперь нужно вернуться. 4804. Так, закрыто. Фух. Не знаю, получится у меня или нет. Я уже забыл, куда нам надо вернуться. По-моему, сюда. 4804. Так, раздевалка. 4804. Так, 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 так. Нет, я не здесь. 4804. Надо в холл попасть. Значит, в конце коридора, скорее всего. 4804. Главное не забыть. Раздевалка, да, вот туда, наверное. Да, все, мы здесь. 4804, давайте попробуем. 4804. Все. А, я так понимаю, вентиляция включилась, да? Или что? Ну, мы правильно ввели, да? Теперь, значит, знаете, куда надо попасть? Где-то должна дверь открыться, которая раньше не открывалась. Фу, как же страшно, как же страшно. Так, это не здесь. Туда не могу попасть. Так, тут мы смотрели, да? Может, что-то еще, может... Нам нужно найти батарейки. Блин, он на меня смотрит. Я так понял, надо попасть туда, где эта желтая тварь была. Желтый аниматроник, вот он. На него надо всегда смотреть. Если вы отвернетесь, то вас съедят. Блин, хреново. По-другому никак не попадешь. Так, ладно. Так, надеюсь, мы в правильном месте. Тут батареек нету. Тут будет у нас шкафчик, и именно там будут батарейки. Так, ну то я не попаду. Быстрей, быстрей, быстрей. Блин, я почти спрятался. Так, ребят, ну я так понимаю, я вот тут сейчас, что ли, да? Я попал. Пока она ушла, я попал сюда, да? По идее, вот тут лежали батарейки. Должны лежать батарейки тут. Но я тут нифига не вижу. В оригинальной игре... Давайте посмотрим, где я нахожусь. Вот именно тут раз лежали батарейки. По-моему, если я не ошибаюсь. Так. Смотрите, она ушла. Тут какие-то документы. Аниматроники нападают на своих же создателей. Так, тут что-нибудь есть вообще? Так, ну вот что-то прочитал. Батарейки я тут не нашел. То есть надо выходить отсюда. Теперь нужно по коридору идти. Именно вот там радио.
Давайте я возьму, прочитаю. Ну, примерно вот так. Вы на паузе, может, потом прочитаете. Надо вот радио мне включить как-то. Я не могу включить радио. Нужно просто попасть в архив. Он там, я так понимаю, да? Может, в принципе, отвлечь и сюда спрятаться куда-нибудь. Ну, блин, сюда не спрячешься. Тот, по-моему, аниматроник один уходит. Отворачивается. Мне нужно будет пробраться как-то. Потому что других вариантов нет. Радио я не могу включить. Наверное, единственный правильный вариант. Один вот там стоит. И мне именно вот туда нужно в архив. Единственный вариант, если он уйдет. Может, как-то подразнить его надо. Чтобы он за мной пошел. Что я тут должен сделать, чтобы он за мной пошел? Или просто смотреть, пока он... Пока он отвернется? Но других вариантов у меня нету. Радио мы не можем включить почему-то. Да, подсказка, попадите в архив и все. Другого ничего нету. Как это сделать, хрен его знает. Можно пробежаться. Привлечь внимание. Давайте вот так пробежимся. И спрячься вот так. Короче, смысл в том, чтобы этот аниматроник просто свалил отсюда. Там второй. Наверное, вариантов у меня больше нету. Двое. Так, один вариант. Он должен с нами побежать. Все, он бежит за нами. Нам нужно спрятаться. Потому что, а какой еще вариант туда попасть? Можно тут, конечно, спрятаться, попробовать. Короче, я придумал, что я сделаю. Ну, вот это единственный вариант. Пробежать и спрятаться вот сюда. Я просто не вижу вариантов. Мы сейчас все жизни потратим. Я специально пробежал. Вообще ноль эмоций. Или он пошел. Надо, чтобы он пошел. Искать меня нет, не идет. Зараза. Так, там кто-то ходит. Я быстренько пробежал и спрятался. Вроде меня не спалил. Да! Да-да-да! Он где-то тут, смотри, тусуется. Надо, чтобы он вверх пошел. Если он вверх пойдет, будет хорошо. Пожалуйста, свались вверх. Он тут, смотрите, тусуется. Гад. Неужели назад пойдет? А как его вверх-то переманить? И долго он тут будет тусоваться? Блин, вот же жопа. О, все, он ушел. Давай, пожалуйста, уходи. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь его там нету. Вот таким способом, нехитрым, можно будет попасть в архив. Так. Ты издеваешься? Там другой аниматроник. Я же почти сделал это. Ответить на телефон. Почему там другой аниматроник? Пока...
У меня почти получилось это. Там грёбаный аниматроник. Короче, сверху спустился. Жесть. Так, ребят, в общем, смотрите, как я сделал. Я сделал вот так. Смотрите. Открываем дверь и бежим. Но опять мне палит. Да в трасс было нормально. Так, есть другой вариант, короче. Смотрите, мы открываем дверь. И бежим сюда. Чуть не получилось. Ну-ка. А теперь? Так, он меня заметил, что ли? А там под стол нельзя никак спрятаться. Блин, как же плохо там. Есть вариант еще вот сюда спрятаться, за дверь. Давайте попробуем. То есть мы открываем, да? И бежим. Блин, даже не понял. Бесит! Так, я спрятался за дверь эту грёбаную. Тут реально можно спрятаться. Куда он пошел? Пожалуйста, нет. Он меня реально тут теряет. Он не понимает. Вы видели его там стоит? На что он в другую комнату пошел? Так, уходит куда-то. Это то, что надо, да, ребята, он ушел. Ты-то откуда, блядь, берешься? Простите. Так, принцип понятен, да? Там кто-то еще, да? Ну тут реально можно спрятаться от них. Это действует. Они не понимают, где я. Очень хорошее место. Куда он? Так, он залазит, да? И второй уходит, да? Это мой шанс. Это реально мой гребаный шанс. Опять поди, ни хрена не получится. Че, он пошел за мной? Кажется, да, ребят. Вот я идиот. Но он потеряет меня опять. Я надеюсь очень сильно. На что бы он свалил нафиг отсюда. Так, пошел куда-то. Он назад, какого лешего? Нет. На что он туда пошел? Ну никак не назад. Так, он опять сбился. Это идеальное место просто. Как его выманить назад-то? Сейчас-то пошел. Где он? Пожалуйста, лишь бы он там не оказался. Слава богу, свалил. Ну блин, опять у меня херня такая получится. Что я не попаду сюда. Да блин, ну что ты встал-то? Вот, ну. Так, открывай. Еще. Ну, не открывается. Еще вниз. Еще вниз. Отлично. Так, мы попали в архив, да? Миша.
Я ответил на этот грёбаный звонок, блин, какого лешего там вообще другой аниматроник был? Что за хрень? Надо было в Стиме играть в оригинальную игру, там было бы проще, тут все равно баги есть. Нифига себе, посмотрите, как он рядом стоит. Ну это кот, мне надо собаку тоже выманить, офигеть. Ребят, если что, в мобильную версию будете играть, прятайтесь вот здесь, когда надо будет попасть в архив, это идеальное место, чтобы спрятаться от них и не спалиться. Ладно, ждем пока. Теперь собака-то подошла, которая коридор стережет. Как же они достали. Он, короче, не уходит. А если я просто дверь закрою? Понятно. О-о-о-о! Нет! Нифига себе! Я хотел быстренько пройти, пока он в ту сторону пошел. Блин, ну ходи, пожалуйста. Он если тут встанет, он может вообще не уйти. Я уже проверял это. Короче, ребят, он не уходит. У меня есть вариант. Мы сейчас дверь закроем и откроем, чтобы пройти. Закрыл. Так, ребят, еще раз показываю, как я делаю. Потому что, ну, один раз мне получилось сюда спрятаться. Больше не получается. То есть мы показываемся вот так. Хопа, чтобы он нас заметил. И уходим. Все, тут прячемся. Есть вариант, как он сюда подойдет, мы с вами постараемся быстренько свалить. Он будет спиной. Не знаю, может быть, не получится. Где он там? Вон, я вижу его. Так, где ж ты? Вот он. Так, ну-ка. Хрен поймешь его. Спиной стоит гад. Есть вариант, если он в ту сторону пойдет, я смогу пройти, нет? Давай уходи, пожалуйста. Там другой еще ходит. Короче, нифига это не вариант. Ты смотришь, палец такой. Может даже бежать, он ничего не будет делать. Уж ну какой-то багованный вот именно вот этот уровень. Все, он тут застрял, он дальше не пойдет. Прям смотрит на меня. Смотри, где стоит. Он назад пошел. Неужели реально? Нет. Где он встал? Нифига себе, так вот дошел. Ай, если он повернется, он может меня заметить даже. Уходит. Уходи, давай. Он в правую сторону пошел. Это мой шанс. Как же ты меня бесишь? Ред, я не вижу его там. А где он тогда? Я вообще в коридор побежал. Может, это был более правильный способ. Лишь бы больше никого не было. Давайте закроем на всякий случай дверь. Там другой, видишь? Аниматроник. Как я от него-то спрячусь? Надо, чтобы этот кот свалил отсюда. Давай. Так, он уходит. И опять вернулся. А, вот еще одна проблема. Ладно. Как ты меня поймал, блин? Короче, ребята, у меня появился новый вариант, смотрите. Он замечает нас, и мы
Кругаль такой делаем. Бегите, бегите. Закрываем за собой дверь. Если получится. Нужно спрятаться, просто спрятаться. Там, конечно, второй аниматроник может вылезти. Вон, я вижу, стоит там издалека. Лишь бы он сюда не пошел. Такая вот фигня, ребят, это реально очень сложно. Тут нужно терпение. Вот он отсюда, бывает, вылазит. Так, там еще кто-то стучится, непонятно кто. Ладно. Сова, гребаная сова. Откуда здесь эта сова? Вот видишь, что-нибудь не так. На сову надо постоянно смотреть. Иначе она тебя съест. Если мы повернемся, то все, хана нам. Ребят, у меня просто нету вариантов. Давайте проверять. Открываем. Он на нас смотрит, и мы побежали. Бежим, бежим, просто делаем кругаль. Там другой, скорее всего, аниматроник будет. Я устал, просто устал, блин. Так, у меня есть, конечно, еще один вариант. Смотрите, мы открываем дверь. Потом за эту дверь нам надо будет забежать. Смотрите, делаем круг. Все, бежим, бежим, бежим. И за эту дверь прячемся. А, идеальная тактика, идеальная тактика, ребят. Теперь можно их вообще закрыть всех. Закрываем. И быстренько сюда, быстро. Пожалуйста, открой. Надеюсь, сейчас получится. Так, примерно вот в этот раз мы вот так открывали. А каждый раз по-разному, что ли? Это очень сложно. Ребят, все, новая тактика работает, смотрите. Открываем. Он с нами бежит. Бежим сюда. И резко, резко за эту дверь. Все, тут он нас не найдет. Второй там гуляет. В принципе, отлично. Можно не торопиться, а просто отсидеться. Давайте немножко тут посидим. Так, ну ладно, допустим, мы посидели, да? Лишь бы совы не было. Неужели он сюда подошел уже? Как? Как он меня заметил? Я, смотрите, как мы уже стали рисковать. Все, меня замечает. Бежим сюда. Ух ты, даже вот так. Даже вот так. Все, спрятались. Смотрите, он меня сразу потерял из виду. Теперь где-то окошко-то. Один уходит. Там я вижу сова. И кошка, видимо, сейчас идет сюда. Она прям рядом подошла, нифига себе. Кошка уходит, сова там. По-моему, это идеально. И у меня, как всегда, ничего не получится. Сделай же это, пожалуйста. Да что ты будешь делать? Неужели в другую сторону? Закрыть нельзя никак. Игра затянулась, Бишоп, и ты играешь не по правилам. Я не могу позволить тебе уйти с этими документами. И что теперь? Знаешь, эта кошка напоминает мне мою Эмму. Я скучаю по ней. Что мне сделать-то надо? То, что я сделал с этим ублюдком, не вернуло мне спокойствия. И тогда я понял, что должен наказать тебя за то, что ты его упустил. Даже... Жаль, что мои игрушки недостаточно хороши. Хотя, по
почему бы не повысить мощность? Прощай, Бишоп. Было забавно поиграть с тобой. Сохранение, благо. Мы это сделали. Найдите ключ от выхода из участка на одном из аниматроников. Как я это сделаю? Найти ключ от выхода из участков на одном из аниматроников. Как? Как вы мне предлагаете это сделать? Ладно, на этом мы точно закончим. Я очень долго старался. Так, дело. Прошивка аниматроников еще слишком сырая. Операционная система начинает зависать спустя 6 часов с начала использования. Судя по всему, аниматроники начнут автоматически отключаться для перезагрузки раз в 30 секунд, начиная с 6 утра. Каждые 30 секунд они будут отключаться. Нам нужно посмотреть, где-то в спине, ребят, в спине мы сможем найти ключ и сбежать отсюда. Офигеть. Нифига себе. Ставочки повышаются. Я уже их не так сильно боюсь. В следующей серии мы продолжим, блядь, в общем. Вот, смотрите, отключился. Тут ничего нет. У собаки ничего нету, да? На 30 секунд они отключаются, офигеть. Потом опять включаются. И так всегда будет. Просто жесть, ребят, какая-то. Закрыта дверь. Ладно, о! Может, у тебя? У тебя тоже нету. А где она? Найти ключ от выхода из участка на одном из аниматроников. Значит, сова. Только где мне ее найти, эту сову? А, сейчас включились, видимо, они, да? Понятно. Ладно, ребят, пока-пока, увидимся в следующей серии.